Сегодня в программе. В каких колготках можно не бояться морозов? Из чего сегодня делают гематоген и насколько он полезен? В чем секрет тонких зимних лыжных костюмов? И как убрать квартиру с помощью научного прогресса? Колготки – недолговечное, но довольно дорогое приобретение, поэтому к их выбору стоит подойти серьезно. Обратите внимание на упаковку. Она должна быть чистой, хорошо склеенной и содержать следующую информацию. Фирма-производитель, размер, толщина пряжи в денах и цвет. Осторожно открыв упаковку, понюхайте изделие. Фирменные колготки имеют приятный запах, ароматизация – дорогостоящий процесс. И производители некачественного продукта не могут себе позволить такую роскошь. Колготки с лайкрой превосходно облегают ногу. Они мягкие, эластичные, не образуют складок и препятствуют спуску петель. Чем больше лайкры, тем колготки дороже. А совсем недавно появилась лайкра 3D. С ней даже тончайшее изделие обладает повышенной эластичностью и носится дольше. Плотность колготок определяется толщиной пряжи. Она выражается в денирах или денах. Чем больше ден, тем колготки плотнее и прочнее, но не всегда теплее. Чтобы не замерзнуть зимой, нужно выбирать колготки, в которых есть содержание натуральных волокон. Шерсть, хлопок, ну и желательно хорошая микрофибра. Но обязательно выбирать колготки для каждого температурного режима свои. Холодная зима – наибольшее содержание хлопка и шерсти. Это вот примерно такой вариант. А если зима у нас достаточно теплая, то мы вполне можем носить колготочки с содержанием хлопка или шерсти 30-40%. Колготки могут иметь круглые, плоские и полукруглые швы. Плоский шов под одеждой наиболее виден. Не бывает колготочек совсем без швов. Но для того, чтобы вы наименее заметны были колготки под тонким облегающим платьем, лучше взять колготки с так называемыми полукруглыми швами. Это будет вот такой вариант. При растяжечке он практически не будет виден под вашим платьем. Изделие с круглыми швами самое дешевое. Такие колготки могут доставлять неприятные ощущения и, как правило, заметны под облегающей одеждой. Чтобы выбрать качественные и комфортные при носке колготки, следует покупать их в специализированных магазинах, где опытные консультанты помогут разобраться со всеми тонкостями. Но если вы все же приобрели некачественный товар, его можно вернуть. При условии, если вы эти колготки не носили. Мам, купи вот такую шоколадку. Какую? Пожалуйста. Вот такую. Яркие, соблазнительные шоколадки в аптеке – это гематоген. Общего с шоколадом у него лишь цвет, сладкий вкус и форма. Назвать гематоген лакомством не совсем правильно. Главное в его составе – это не патока и сгущенное молоко, а железо в легко усваиваемой форме. В гематогене железо представлено в виде альбумина. Альбумин – это особая субстанция, которая содержит в себе железо в органической форме и, собственно, белок. Именно в данном сочетании достигается наибольшая биодоступность самого железа в организме человека. Специалисты говорят, есть гематоген как взрослым, так и детям надо осторожно и состояние здоровья, и соблюдая указанные дозы. А некоторым и вовсе такой батончик противопоказан. Детям до 4 лет – больным с сахарным диабетом. Вот только почему-то в аптеках его продают, как обычные конфеты, иногда даже навязывая вместо сдачи. Гематоген будет полезен в случаях усталости, сонливости или, например, после перенесенных простудных заболеваний. Железо поможет организму восполнить утраченные силы. Главное, чтобы состав выбранного батончика был правильный. Желательно, чтобы альбумин или гемоглобин порошок числился в составе на одном из первых мест. Чтобы состав начинался не с сахара, сахар, там, патока, жир,
крахмал, что-то еще, а чтобы на первом или на втором месте стоял альбумин черный пищевой или порошок гемоглобина. Посмотрите, есть ли в составе витамин С, аскорбиновая кислота. Ее наличие гарантирует отличное усвоение железа. И стоит сказать, во многих популярных батончиках этого витамина не оказалось. И даже попадались такие образцы, которые информацию о сроках годности имели весьма сомнительную. На сегодняшний день гематоген может быть зарегистрирован и как лекарственное средство в группе «железопрепарат», и как биологически активная добавка к пище, хотя состав, указанный на этикетке, может быть одинаковым. Получается, один гематоген идет как биологически активная добавка, другой зарегистрирован как лекарственное средство. То есть это значит, что когда как лекарственное средство, это значит, что он прошел доклинические и послеклинические исследования, и значит, его эффективность доказана. БАДы таких испытаний не проходят. Именно поэтому их можно встретить в продаже даже в супермаркетах. Легкость, тепло, эластичность и дизайн – вот четыре главных элемента, которые создают комфорт для спортсмена. Правильно подобранный лыжный костюм превратит покорение горнолыжных трасс в настоящее удовольствие. В магазине «Фаворит Кемпинг» представлена новая коллекция горнолыжной одежды линии «Movie Sport» японской марки «Дисценте». Система Heat Navy, использованная в этой марке, революционная японская разработка. Волокна ткани поглощают солнечный свет, преобразуя его в тепловую энергию. Японские дизайнеры используют уникальные материалы, позволяющие контролировать температуру тела и уровень влажности. Высокотехнологичные материалы и множество ценных деталей – отстегивающиеся капюшоны, проклеенные швы, боковые молнии для дополнительной вентиляции, утеплитель воротника – зимняя спортивная одежда от магазина «Фаворит Кемпинг» отвечает самым высоким стандартам комфорта. Здесь же вы найдете инновационное термобелье фирмы «Голдвин» для активных занятий спортом и повседневной носки. Зачем тратить время и силы на бесконечную уборку по дому, когда можно заняться более важными и приятными делами? Прогресс, как известно, не стоит на месте. Вот и корейские ученые не прекращают радовать нас своими разработками. Не только удалить видимое загрязнение, но и собрать даже мельчайшие частицы пыли с напольных покрытий способен робот-уборщик нового поколения. Эта улучшенная модель оснащена системой микроконтроля и встроенной камерой, позволяющей анализировать окружающее пространство, не допуская столкновения с препятствиями. Между тем, этот робот-помощник обладает улучшенной способностью преодолевать межкомнатные пороги высотой до 20 мм. Задайте ему необходимый режим работы, и можете быть уверены, ваши полы будут идеально чистыми. В отличие от других моделей, эта кроха может проводить сухую и влажную уборку одновременно, спокойно преодолевая пространство под кроватями и диванами. Пока он работает, вы можете расслабиться и получать удовольствие. Например, во время сеанса расслабляющего массажа прибором от компании «Прямая Корея». Уникальный массажер разомнет уставшие мышцы, словно сильные руки профессионального массажиста. Просто приложите его к нужному участку тела, будь то спина, ягодицы или ноги, и нажмите кнопку. Запатентованная технология массажера позволит идеально подобрать силу воздействия. Массаж наиболее подверженных усталости участков тела шеи и плеч можно сделать еще эффективнее, если подключить функцию разогрева. При нажатии еще на одну кнопку можно поменять движение массирующих элементов, тем самым равномерно распределить эффект от массажа на все тело. Этот массажер можно использовать где угодно – дома, на работе или в машине. «Прямая Корея» предлагает только качественный и проверенный товар с внутреннего рынка Южной Кореи.